Это составная часть нашей жизнедеятельности. Куда ни обратили бы взгляд, везде экономики. Экономика. Идете покупать какой-нибудь товар, это экономика. Если экономика сильная, вам доступны все товары. Получаете зарплату, здесь тоже экономика. Если экономика сильная, ваша зарплата достаточно устойчивая. Когда вы идете обменивать свои лии на доллары, если доллар подскочил высоко, мы отдаем теперь за каждый доллар уже порядка 20, а вчера было 12 лей, это говорит о том, что экономика Молдовы слабая. И вопрос, как его сделать сильным, что на первом месте? На первом месте, раньше говорили, налоги, кредитные ставки высокие, а сейчас знаете, что вышло на первое место? Это коррупция. То, что в Кишиневе, то, что пропало миллиард, это коррупция. То есть экономист должен быть еще моральным человеком. Сегодня экономика аморальная. Поэтому мы сегодня студента учим, будущих экономистов. Должна быть порядочность, моральность на первом месте.